В аэропорту Окленда полиция застрелила служебную собаку, которая мешала в течение 3 часов взлету самолетов. Но вот всего из воздушной гавани не смогли вовремя вылететь 16 авиалайнеров. Все это происходило в Новой Зеландии. Как сообщают СМИ, пес по кличке Гриз должен был стать собакой-ищейкой в правительственной службе авиационной безопасности. Когда его завели в вагон после тренировки, он сорвался с поводка и убежал. Спустя 2 часа непрерывных поисков пса обнаружили на взлетно-посадочной полосе. По словам полиции, решение застрелить животное было вынужденным. Как сообщили в службе авиационной безопасности, пес никого к себе не подпускал и не прекращал бегать по взлетно-посадочной полосе, не обращая внимания на всевозможные приманки, которые использовали сотрудники правопорядка. В итоге руководство аэропорта попросило полицию застрелить собаку. Этот инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях.